Всем привет, давайте посмотрим, рассмотрим поближе эндоскоп. Он у нас уже был в распаковках, вот такая вот у него коробка. Мы уже посмотрели, что у нас внутри, а внутри у нас диск без опознавательных признаков, инструкция, сам эндоскоп и переходник на, для подключения к компьютеру, то есть микро-USB на USB. Когда подключаем, он сразу включает подсветочку. Вот. И диск нам нужен для того, чтобы установить драйвер, который называется ViewPlayCap. Вот в инструкции написано, но его можно найти в интернете. Я под видео выложу ссылку на него. На диске нету опознавательных признаков, и меня, в принципе, ноутбук почему-то отказался его читать, как будто диск пустой, то есть все время доставало. То есть, может быть, его просто положили, а забыли на него что-либо записать или что-то такое. В общем, ну в любом случае, я вот нашел его в интернете, и сейчас мы его проинсталируем. Пока устанавливается программа, еще давайте посмотрим на дополнительные вот такие вот устройства, которые есть у нас. В распаковке я не очень внимательно посмотрел, но тут получается вот эти вот штуки, они предназначены для того, чтобы можно было направить куда-то камеру, подогнуть шнурочек и так далее. Здесь идет, вот есть магнитик. Вот такой вот. Потом вот такая вот крюк с пружинкой. И еще один крюк. Вот такой. И давайте еще посмотрим. Две для, я так понимаю, насадки на голову. Причем здесь, допустим, мы... Здесь резьба есть у нас. Вот. И мы можем вот эту вот голову со стеклом, с специальным зеркальцем. Его только надо протереть немножко. Вот. Мы одеваем сюда. И можем смотреть под углом. То есть, после того, как одели, мы будем отражение из зеркала видеть в нашей камере. Сейчас мы подключим к ПК, настроим на компьютере, подключим к компьютеру, посмотрим. Ну и потом уже подключим к телефону, попробуем. Пока для тестов этот уголочек нам не нужен. Потом как-нибудь попробуем его. Ну и остальное тоже нам пока не нужно. Подключив программу, то есть, ну, запустив программу, мы сразу видим, что эндоскоп у нас подключен, но почему-то он показывает вверх ногами. А, вот нужно камеру перекрутить, и мы все видим. Давайте на меня посмотрим. А, привет, привет, эндоскопик. Давайте заедем куда-нибудь в ухо. Ух ты, четко картинку видно. Реально, вот у меня волосик какой-то лишний появился. И все это мы можем записать. Можем сделать фотографию. Давайте. Так, опять. Сразу, видите, фотография получилась. Можем записать видео. Но тут у нас что-то происходит. То есть нажмите ОК для старта записи. Нажимаем ОК. Пошла запись. Куда она записывает, я не знаю. Я не смотрел в настройках. Ну, давайте остановим. Остановили. Теперь давайте посмотрим. Максимальное разрешение съемки 640 на 480. Да, все записало. Но без звука, естественно, потому что микрофона у нас нету. То есть выбрали, куда сохранить файл. Вот он сохранился. Вот он сохранился, мы его запустили, и у нас все отлично работает. То есть приложение работает, все отлично. Качество, давайте посмотрим, вот буковку снимем, сфотографируем и посмотрим. То есть, ну, немножко оно серенькое, но все четко видно, видите. Давайте фотографию сделаем, она сразу открывается, вот, довольно-таки... Ну, нормально, нормально видно. То есть, учитывая то, что это нам нужно где-то в глубине, то есть для того, чтобы понять, что происходит там, ну, вполне реально. Вот, колесиком этим регулируется яркость подсветки. То есть я ее отключил, вставил в рот и пытался сделать фотографию. Ну, и кнопкой можно сделать фотографию. То есть, итого, делаем на всю яркость, вставляем в рот. Делал фотографию. Сделали фотографию, ну и тоже что-то непонятное оно нам сфотографировало. Давайте попробуем еще раз. В режиме онлайн вот что-то у меня в горле такое вот происходит. Я не знаю, под каким углом это сфотографировалось. Выглядит, конечно, отвратительно.
Кстати, в инструкции есть ссылка на АПК-шечку, которая нам нужна для того, чтобы пользоваться в телефонах, и ссылка прямая на это приложение, то есть на ViewPlay Cup, которое нам необходимо для работы. Я не сразу это заметил. Ага, то есть можно 1280 на 720, то есть надо полазить в настройках, потому что здесь написано, что для ПК можно снимать 1280 на 720. Так вообще 640 на 408. Смотрите, по ссылке, которая в инструкции, у нас не переходит, не находит такую программу, поэтому я зашел, вот AN98 есть, но нам нужен AN97, его не находят, но вот есть HD Wi-Fi, тоже с такой картинкой, но эндоскоп камера, то есть много разных приложений. Ну, давайте посмотрим AN98. В принципе, он вроде бы все на английском, поэтому мы сейчас подключаем камеру, берем переходничок Xiaomi с micro USB на Type-C, подключаем и смотрим, поможет переходничок или нам нужен только micro USB. Ну, камера не включилась. Возможно, не подошло это приложение. Или нужен все-таки с micro USB устройство. И переходник не подходит. Надо тестировать. Вот. Не подошел переходничок. Я взял не тот. Вот. Появилось сразу что-то. Вот. Открыть приложение доступ. Окей. Открыли приложение доступ. И сразу у нас, видите, все в приложении. Качество немножко хуже, немножко притормаживает. Так, максимальное качество, что можно выбрать здесь, 640 на 480, 30 FPS. Давайте его выберем. Fit to window, fit to video, стандарт size. Fit to video. Давайте сделаем как видео. И давайте сделаем вначале фотографию. Вот. Сделали. Ну и давайте немножко запишем видео. Вылетело приложение, когда мы начинали записывать видео. Но я думаю, если поиграться, посмотреть подобные приложения, давайте еще раз попробуем видео. Вылетает видео, давайте попробуем другое приложение тогда. Поставил другое приложение, OTGView называется. Давайте посмотрим на него, как оно выглядит в маркете. Так, не то наклацал. В общем, так, вот это. Вот. Вот так выглядит приложение OTGView. И я так понимаю, все равно, каким приложением пользоваться, все они работают. Давайте вот сконнектим, давайте запишем видео. Вот, видео записывается, все нормально, то есть, смотрите. Кстати, когда наводим на экран, он зеленым, видите, полностью. То есть я вижу картинку, но оно делает такую какую-то зеленое пятно на экране, то есть если смотрим, на что мы записываем, ну красиво, в общем. И вот смотрим. Даже волосики на бороде снимает. Вот, и давайте сделаем фотографию. Вот, довольно-таки неплохо видно, и в этом приложении сразу можно все посмотреть. Вот картинки наши, которые мы сфотографировали. И посмотрим, давайте, видео. Звук записывается, все отлично работает. Итак, поставил другое приложение, OTGView, и я так понимаю, что все равно, каким приложением пользоваться, оно записывает, и здесь все отлично. Итак, поставил другое приложение. OTGView, по кругу. Вроде бы все, что можно было рассказать, рассказал. Все отлично работает. Отличный эндоскоп, отличные инструменты. Давайте накрутим на него еще вот эту вот штуку и посмотрим, что мы увидим через нее. Вот. Сейчас он приконнектится. Вот, приконнектился. И что мы видим? То есть что-то мы видим, но непонятно что. То есть да, мы увидим кнопку эту. Давайте на клавиатуру посмотрим. Но из-за подсветки оно получается, видите,
делает большое такое пятно снизу. Давайте уберем подсветку немножко и посмотрим. Вот, без подсветки лучше. То есть, вот немножко вот так подсветили. А можно, наверное, открутить, и оно будет не так видно. Нет, все равно резьба есть. Так. Вот, давайте клавиатурку посмотрим. Опять вверх ногами смотрим. А нет, не вверх ногами, все правильно. Я не знаю, видно, не видно. Вот так. Это мы смотрим через эту штуку. На этом у меня все. Все работает, все отлично. Отличный эндоскоп. В хозяйстве по-любому пригодится. Брал его по скидке. Ссылка будет в описании. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок.